Всем привет! Умные часы в современных реалиях – это достаточно своеобразная штука. В этот раз мы с вами поговорим про Huawei Watch GT 2i. На данный момент это новинка от компании Huawei, и внутри у нас имеется достаточный как раз набор технологий, который может удивить даже бывалого и знающего человека. Прежде чем мы начнем, хочу вам рассказать о скидках на AliExpress, конкретно на эту модель часов Huawei Watch GT 2i, обойдутся вам всего 127,99 при реальной цене в $199. Будет основная скидка, ну и конечно $2 дополнительно при заказе от $59, и в итоге получаем как раз скидку 36%, либо 127,99. Акция продлится с 13 по 15 мая. Огромное количество подарков будет разыграно 13 и 14 мая. 5 покупателей получат Huawei P40 Lite в качестве подарка. 30 покупателей получат свои заказы совершенно бесплатно. Также будет разослано 300 единиц ремешков для часов в качестве подарка. Каждый клиент, который оформит заказ на $500 и более, получит в подарок Xiaomi Band 4. В общем, экономим по полной программе, получаем подарки. Ссылочка в описании, не теряем время. Такой цены реально уже больше не будет. Просто вот ниже возможного. 36% на дороге не валяются. Ну и, конечно же, бонусы, подарки, вот это все дополняет эту тему. Начну я с того, что у нас находится в комплекте с данным устройством. Ну, конечно же, это прикольная коробочка, она обращает на себя внимание, и в целом ты понимаешь, что купил уже вещь. Внутри находятся сами часы, кабель USB-C для того, чтобы подключать это тело к док-станции. Док-станция аналогична в комплекте. Ну и документация. Прокачанная интеллектуальная система, энергосбережение, за счет чего 2 недели абсолютно реальность. И из, наверное, самых классических функций, которые сразу стоит выделить, это именно уведомления. Они прилетают, в этом плане все хорошо. В качестве материала была выбрана нержавеющая сталь. Прикольно. На самом деле сделано не очень добротно, ты прям ощущаешь, что это качественный продукт абсолютно в мелочах. Металл, который приятно холодит руку, ты только его берешь и понимаешь, что реально это прям часы качественные. В моем случае это черная вариация. Есть силиконовые ремешки других цветов, это зеленый и красный, выбрать можно любой, какой нравится больше вам. Однако обычного в них мало, здесь 1,39 дюйма дисплей, он AMOLED и он реально качественный, плотности пикселей более чем достаточно для того, чтобы вот прям в упор не вглядываться и пикселей в итоге не видеть. Это важно, так как дисплей — это то, с чем мы будем взаимодействовать. Понятное дело, что он сенсорный, и здесь мы имеем достаточно богатый вариант настроек, можем из вида изменять циферблаты, можем дополнять их различными нагруженными элементами, в моем случае более-менее классические. Здесь и батарейка, и погода, и много чего еще, включая активность. То есть я вижу, что вот сейчас у меня по активности столько-то, время такое-то и так далее. Если мы устанавливаем заставку, то дисплей у нас будет гореть все время, не выключаясь. При этом он будет притушен. Это такая функция AMOLED-ов, когда у нас отображается лишь такой слепок, тот, что более-менее походит на классические часы. 85 настраиваемых режимов тренировок. Вы можете заниматься абсолютно любым видом спорта. Причем это там скалолазание, паркур, уличные танцы, скейтбординг, да все что угодно. Если же хотите более классические, некие профессиональные режимы тренировок, они здесь тоже доступны, включая прогулки на свежем воздухе, бег на улице, езда на велосипеде, велотренажер, плавание в бассейне, бег по местности и так далее. Присутствует отображение показателей физических нагрузок, а без них, как известно, в тренировках не обойтись. VO2 Max – это наибольшее количество кислорода, которое человек способен потреблять за единицу времени в течение продолжительной тренировки. Эффективность аэробных и анаэробных нагрузок тоже можно отслеживать. Время восстановления, интенсивность тренировки, статус тренировки, персональный тренер. То есть вы можете воспользоваться умным функционалом внутри приложения на смартфоне. И вот тут важно отметить, для управления всем функционалом данных умных часов вам потребуется приложение, которое доступно на iOS и Android. Так что не только Android, но и iOS с айфонами эти часы абсолютно так же работают, как и с любым другим смартфоном на рынке. Насыщенность крови кислородом здесь тоже можно измерить. Один из важнейших показателей эффективности снабжения организма кислородом. Соответственно, отслеживаем, получаем более интересные, интенсивные понятные тренировки, и вообще в принципе состояние вашего организма можно отслеживать в режиме реального времени. Избавляемся от стресса. Активируем данную функцию внутри приложения здоровья и далее
у нас происходит аналитический опрос и аналитический сбор данных. Первичный сбор данных покажет вам нынешний уровень стресса, и в режиме в реальном времени далее часы будут его отслеживать. Про мониторинг данных сна тоже никто не забыл. Он здесь достаточно качественный, мы можем получить абсолютно полный набор возможностей. Хотите управлять музыкой с запястья на вашем смартфоне? Окей, но я вам предлагаю немного более интересный экспириенс. Эти часы, в принципе, связываются со смартфоном и являются его дополнением. Ну и параллельно с этим это самостоятельный гаджет, потому что все тренировки, они заложены вот здесь. И смартфон здесь минимально участвует, то есть вы можете использовать вплоть до функции тренера только при помощи вот этого гаджета. Вы можете закачать сюда музыку и подключить Bluetooth наушники и побежать на пробежку. Мне кажется, это крайне удобная тема, и я честно вам скажу, что на пробежку брать с собой смартфон не очень-то люблю. Особенно летом, когда и положить его особо некуда. Компания Huawei, вы молодцы. Это действительно прикольные часы, я реально их рекомендую. Они выглядят стильно и имеют реально огромный набор умных технологий и возможность работать автономно в том числе. И для подобного типа гаджета, особенно ориентированного на физическую активность, на отслеживание вашей физической активности, это важно. Прям серьезно, очень важно. Так что прикольно. Прикольно, однозначно. Ну и приложение, в принципе, мне тоже нравится. Здесь никаких претензий, вопросов у меня быть к нему не может. Абсолютно. На этом все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. Подписываться на канал, внизу есть красная кнопочка. Она обязательно должна стать серой. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов. И, конечно, пишем ваше мнение там, внизу, в комментариях. Спасибо, что смотрели. Не прощаюсь. Совсем скоро увидимся. Может быть, даже через несколько секунд, если кликните на один из этих роликов.